С выходом из буферной зоны область экспортировала в Иран, Монголию, Объединенные Арабские Эмираты свыше 2000 ягнят. С этого года поставлена задача – выводить на экспорт мясо, увеличить племенное поголовье. В работе 4-го областного слета животноводов приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, ученые, делегаты из 7 областей. Животноводство – исконное занятие. На площади пастбищ страна на 5-м месте. Закономерный вопрос – почему в таком случае отстаем по качеству продукции? Участники слета задались этим вопросом. Мал азасындағы зат алмасу процессіне өте үлкен септігін тигізетін судың өзі де. Оказывающий большое воздействие на обмен веществ в организме скота, вода и та подается в очень малых объемах. Коровья на каждый литр молока – полагается не менее 3-5 литров воды, и она должна быть доступна в течение 24 часов. Уход тоже очень много значит. Вниманию участников была представлена масштабная выставка. Все о последних технологиях полученной породы скота, о правильном рационе. Был показан высокий спрос на отдельные виды живности, в том числе на мясо каракульской породы овец. Именно поэтому год от года растут объемы экспорта. Специалисты уже вплотную занимаются вопросами восполнения поголовья.